Всем привет! Я продолжаю новогоднюю тематику и в этом видео буду делать набор, используя вот такую формочку шар плоский. Где я эту форму покупала, я уже не помню, поэтому ссылочку не оставлю. Формочка у меня уже давно, она старая. Также сегодня я буду использовать пигмент красный, пигмент зеленый, пигмент перламутровый, сухой, золотой. Спирт мне понадобится. Одушку я выбрала. Елка с цитрусом. Такой новогодний запах. А вот основу я сегодня буду использовать для сверлов. Прозрачную мыльную основу. Вот такую вот Сооптима. Эту основу мне прислала моя подписчица Вероника. Вероника, еще раз спасибо тебе огромное. И сегодня я буду эту основу использовать в видео. Для начала я заклею вот это место скотчем и заполню обычной мыльной основой, окрашенной золотой пигмент, вот этот вот держатель у шарика. В прозрачной мыльной основе я развела сухой золотой пигмент. Здесь я все заклеила скотчем, сбрызгиваю спиртом и заполняю всю мыльной основой. В таком положении я оставлю форму до полного застывания мыльной основы. Основа застыла, я ее глубоко, хорошо процарапала, для того, чтобы слои мои сцепились. И когда я мыло буду доставать из формы, вот эта штучка не осталась отдельно. Дальше я разогрела по 40 грамм основы, прозрачной основы для сверлов по 2 стаканчикам. И 1 стаканчик 10 грамм. Также основа для сверлов. И сейчас я все это буду топить в микроволновой печи. Теперь я буду основу окрашивать и ароматизировать. Первый цвет я сделаю красным. Второй цвет зеленым. И добавляю отдушку к этим цветам. Теперь я добавляю сухой пигмент золота к 3-му стаканчику и буду топить его. Дальше работаю довольно быстро. Сбрызгиваю формочку спиртом и аккуратно с 2 сторон я заливаю сразу 2 основы. Убираю пузырьки. Беру золотую основу и лью ее свысока, стараюсь попасть в сам центр, там, где соединяются две мои мыльные основы. Так, форма наполнилась, убираю пузырьки, беру палочку и делаю сверлы. Снова убираю пузырьки и буду ждать, пока это мыло застынет. Мыло застыло, давайте посмотрим, что у меня получилось. Подвигаю края формы, моей бедной несчастной формы, которая уже трещит вся. Надавливаю, запускаю воздух и аккуратненько вытаскиваю мыло. Вот такая вот новогодняя игрушечка у меня получилась. И параллельно за кадром я делала еще елочку, чтобы составить набор. И вот такая вот елочка с картинкой. И вот так мыло смотрится в наборе. На этом все. Буду прощаться. Спасибо за просмотр. Всем всего самого наилучшего. Пока.